Раскрасить пейзаж яркими красками стараются в каждом уголке нашей области. В Полярном более 25 тысяч цветов украсят городские клумбы. Планы на лето традиционные. Мест для высадки маргариток, бархатцев и цинерарий много. Центральной площади, дворики учреждений и организаций. Рассаду начинают готовить еще зимой. Пока не установилась теплая погода, приводят в порядок клумбы, разрыхляют грунт. Рассада уже у нас, как вы видите, высеяна. Пока мы не выносим ее на улицу, потому что очень холодно. Но в теплице, как вы заметили, тоже не очень тепло, поэтому начальную адаптацию они проходят в теплице. Рассада, цветы те же самые, как и в прошлые года. Но в этом году мы хотим опробировать многолетки, но пока на своей территории. Пока понаблюдают, как они себя поведут. Адаптация проходит во внутреннем дворике теплицы. Опять же, есть надежда, что не выкопают раньше времени. К сожалению, есть и такие горожане. От цветочных воришек не спасает ни ограда, ни камеры наблюдения. Для клумб заготовлено около 25 тысяч саженцев. У сотрудников теплицы есть и помощники. Школьники, решившие поработать на каникулах по программе трудоустройства. Среди них опытные цветоводы. Дети-то все хорошие, трудолюбивые, но дети, которые уже проходят второй год, третий год, это вообще ценные, так сказать, кадры, потому что они уже знают всю технику работы, знают растения, знают, как за ними ухаживать. Диана Басангова занимается цветоводством с детского сада, посещает занятия в экологическом объединении. Само собой, много цветов и дома, на подоконнике. Цветочек такой, его когда вот так ручками теребишь, он начинает лимоном пахнуть. А потом у меня еще есть кактусы и розы сейчас цветут. Сколько цветов ты уже вырастила, можно сказать, посчитать? Mm-mm. Хотя примерно. Ну, примерно. Штук 15, которые вот прям совсем прижились. На достигнутом останавливаться не собирается. В теплице ЦДО растут не только цветы, работники экспериментируют и с овощами. Удавалось вырастить томаты, перцы и даже арбуз. Сейчас уже завязались маленькие огурчики. Но цветы, конечно же, на первом месте, что называется, в ассортименте. Домашние коллекции тоже пополняются. Мне очень нравится кактус, называется грузони, у него такие большие колючки, он мне очень нравится. Мне сейчас мама его купила, он совсем маленький, но мне хочется, чтобы он был такой большой. А какие хотелось бы вырастить на улице, на грунте? На улице хотелось бы вырастить ноготки и эти ромашки, может быть, но они не приживаются у нас, потому что очень холодно. Может быть, попробовать вывести такой сорт? Можно попробовать вывести, но как бы красивые цветочки, а люди не ценят труд, поэтому было такое в прошлом году, что мы сажаем, приходим на следующий день, цветов нету, люди повытаскивали себе в квартиры. Очень неприятно. Все же юные цветоводы и их наставники рук не опускают. Работы на клумбах хватит на все лето.